вот видишь какая-то? Все. Вся лапа. Грязь толщиной с палец. Для качественной пахоты приходится делать остановки и вручную прочищать лапы техники. Из-за почти ежедневных дождей земля не просыхает. А аномальные минусовые температуры в мае привели к первым убыткам. Из 300 гектаров озимой пшеницы у сельхозпредприятия осталась половина. Здесь была у нас озимая пшеница. Мне пришлось ее запахать, потому что она вымерзла. И сеем по новой. Посевная кампания проходит очень тяжело. Сроки уже упущены. Качество посева, конечно, не такое, как хотелось бы быть. Поздний сев сельхозкультур, уверены аграрии, сдвинет эстраду. Убирать урожай, скорее всего, придется в дождь и холод. А сушильные предприятия для зерна есть далеко не в каждом муниципалитете края. Но здесь беспокоятся больше за кормовые культуры. В животноводческом хозяйстве 1500 голов. Чтобы прокормить скотину, пришлось пересмотреть структуру посевов. Меньше сеять зерновых, больше кормовых культур. Впрочем, полностью от сева пшеницы, а также гречихи и кукурузы аграрии не отказались. Пшеницу мы используем в основном, конечно, для продажи. Но иногда, вот как в прошлом году случилось с ценой, когда пшеница стоила 5000 рублей за тонну, мы ее просто скормили крупнорогатому скоту. Это гораздо выгоднее, нежели чем ее продать на рынке. И сейчас мы пытаемся организовать работу, деятельность зернового кооператива, который будет заниматься экспортом зерна. Насколько перекраивание посевных площадей снизит доходы хозяйства, здесь пока не прогнозируют. Многое зависит от того, насколько милостивой будет погода дальше. Закончить посевное сельхозпредприятие надеется через неделю. В целом же по Алтайскому краю яровой сев выполнен пока лишь на половине площадей. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Павел Лауронин. Наши новости.